Ну что ж, вот она наша Джетта. Вот, снимать мы с нее будем капот. Для того, чтобы, еще раз, чтобы не морочить голову, я вот так наклеиваю скотч линеечкой, провожу в четырех местах, вот, маячки ставлю. И потом я, когда ставлю, у меня нет никаких заморочек по поводу того, что так или не так я поставил эту деталь. Вот. Все получается так, как надо. Это раз. Вот. Второй момент, значит, смотрим. Попоны здесь внутри в капоте нету. Дырок, я надеюсь, достаточно. Вот здесь вот у нас двойной, даже получается вот тройной металл. Вот, не везде мы подлезем, потому что есть любители вот в это место брать, давить. Вот, и потом захлопывать. Здесь у нас град. Потом дефектовочку я покажу. Ну, вот видно градины. Не так уж их тут много, но не так уж их тут и мало. Вот. Сейчас мы делаем что? Снимаем его. Здесь у нас никаких проблем нет. Вот. А здесь у нас что получается? Здесь у нас подходят обмыватели. Обмыватели стекла. Вот они. На Аудюхе тоже такие. Снимаются они вот так просто. Дрынь. На себя берешь вот так пальчиком, класс, и они вот они. И эти разъемчики надо будет снимать. И вот здесь они выходят. Здесь вот ежик у нас один, ежик второй. Все достаточно легко и просто снимается, интуитивно все понятно. Здесь вот мы защелочка есть, обрезаем вот здесь вот изоленточку, и потом на нее точно так же берем, приматываем, и все. Вот это вынимается вот таким образом. Значит, здесь эти омыватели сделаны так, что они не только водичку дают, но они и с подогревом. Сами устройства, сами, скажем так, опрыскиватели, вот они с подогревчиком. Ну все, приступаем. Продолжаем нашу праздничную разборку. Вот наш элементик опрыскивателя. Значит, как он снимается? Электрическая часть, нажимаем, вот он выступ, нажимаем его вот так, вот он выходит тут, и снимаем здесь вот таким образом. Сдвигаем эту фишку, открывается здесь замочек, вот зажимчик, и все вынимается. Но сейчас то же самое уже смотрим. Вот сдвинуть надо вот эту вот штучку. Вот так, ногтем, с одной и с другой стороны. Вот сдвинули, достали. Здесь то же самое нажали. Ну, одной рукой, конечно, это неудобно. Вот, но все равно снимается. Вот таким образом. Дальше. Вот он шлейф идет у нас. Вот она резиночка. Убираем это все сюда и потихонечку, потихонечку вытягиваем эту красоту из капота. Вот этот шлейфик. Вот таким макариусом. Он потихоньку, помаленьку выходит. Вот он шлейф наш. Он вышел из капота. Вот такой он длинненький, красивенький. Вот. Здесь у нас, как я уже говорил, мы берем вот, подпиливаем вот эти две штучки аккуратненько. Вот, и снимаем вот таким образом. Дрынь, это раз, и вот это вот дрынь, это два. Все, потом берем на вот эту ж ерундистику, приматываем опять изоленточкой. Здесь у нас вот обыкновенные ежики, два штучки, их вынимаем отсюда. Вот, и они еще тоже тут подмотаны. Вот изоленточка, ее тоже вот так срезаем. Вот, что на нее молиться. Вот, вот таким макариусом аккуратненько, дабы не повредить ни проводку, ни шланги. Вот, вот так. И все это у нас выходит. Вот, потом опять же примотаем это сюда. Вот, освободили мы вот этот узел. Вот аккуратненько вот. И что у нас дальше? Дальше у нас вот такие четыре болтушочка.
И вот эта красота. Ее тоже вынимать полностью не надо. Сейчас я покажу, как я делаю. Засовываем вот сюда вот отверточку, поддеваем. Там шарик, и из шарика выходит, и все в порядке. Здесь вот они, два болтика здесь, два болтика здесь, и капот у нас, как говорится, в наших руках. Вот. Далее ложим его вот на такой столик, фиксируем и вперед воевать со вмятинками. Вот, подготовили мы лежбище для этого капота. Вот здесь на 13 ключик, вот он. Все просто. Вот. Как говорится, все ясно, все просто. Вот еще обнаружился еще дефект, ну, у фольцев. Бывают такие фокусы. Вот, потрескалось. И дальше там сейчас, если ковырнуть, будет тоже ржавчина. Ну, это надо будет тоже сделать, подкрасить. Ну, тут особо умничать не будем. Все вычистим, загрунтуем. Вот, есть грунтоизолятор. Это ж просто его сюда вот завальцовывают, за этот выступ. Дополнительную жесткость дают капоту. Вот, ну и тут оно шевелится. И попадает влага и делает свое черное дело. Вот. Оно потрескалось здесь везде. Придется это дело делать. Еще один маленький нюанс я забыл. Опять же, вот, берем отверточкой, поддеваем вот так. Раз. И оно выходит. Вот так это видится. И все, и уже можно ее снимать. Ну все, я вижу, как говорится, дальше снимать нечего. Уже всем все ясно, все понятно. Все, спасибо за внимание, всем пока-пока. Вот, на всякий случай, вот, сложил я аккуратно пополам, хомутиком, болтушочки тоже хомутиком, и пусть лежат, ждут в своей очереди. Вот так теперь наш капотик выглядит. Вот, будем отмывать. Какая-то вот тут еще хрень, вот, снимаю. Видно, с деревьев уже что-то где-то капает, липкая гадость. Вот ее надо будет замыть, отмыть. Бывает иногда это тоже проблемно делать. Явно с дерева что-то капает. Вот оно прям свежее. Как битум, непонятно что. Вот весь капот заляпанный. Но это будет отдельная, так сказать, история, как с ней воевать.